Да, всем добрый день. Сегодня будет небольшая конференция. Сегодня презентацию вести не будем по определенным причинам. Но мы немножко проговорим все-таки на стадии, чего мы стоим и когда все-таки начнется по биткору. Вот, так что мы, наверное, эфир будем записывать. Вот Recording сейчас. in progress. Да, всем спасибо. Запись началась. Мы запись потом выложим на YouTube, конечно же. Вот. И начнем с самого-самого главного. Сегодня презентации по слайдам не будет. Сегодня мы ведем последнюю презентацию вообще перед регистрацией СНГ по платформе Bitcore. Последующие презентации будут уже со слайдами, будут разбирать маркетинг по биткору, стейкинг, продажи монет именно BTCC, биткор, именно на данной платформе. То есть, соответственно, с понедельника где-то вы уже будете заявлены конференции будут. С чего хочется начать? На данный момент мы стоим на открытии чего-то очень хорошего. Однозначно чего-то хорошего, чего-то инновационного. Почему? Потому что мы к этому долго шли, мы долго разрабатывали эти продукты все, мы разрабатывали долгую биржу, мы долго разрабатывали маркетинг. Очень было много принято определенных решений в юридической сфере, как это все будет регистрироваться, конечно же, как будут приниматься деньги, как люди получать будут проценты, как же будет это все дело развиваться, чтобы это было в законном порядке полностью. И с понедельника у нас начнутся регистрации по Биткор по СНГ. Это хочу заметить. Еще Биткор. Что такое Биткор? Биткор – это инвестиционный криптостраховой фонд. На данный момент тот маркетинг, который будет вам представлять с понедельника, он будет изменяться. Конечно же, его озвучат. Все хотят шоколадного маркетинга, хотят классного пассива, но мы живем в реалиях, и все-таки юридическую сферу всю мы поддерживаем, и мы идем в рамках определенных законных норм той или иной страны, где мы будем развиваться. Это будет Россия, Украина, Казахстан. Все будет, нужно подвязываться именно в законодательные нормы полностью и, конечно же, развиваться. Должны быть лицензии однозначно, должны быть прием платежей, Visa, MasterCard, должны быть юридические открытые предприятия в тех странах, там, где будет работать данный фонд. Это фонд. Это реальный, юридически обоснованный фонд. Это не хайп, это продукт, который будет являться, криптопродуктом для всех людей, которые будут в него входить. Да, он будет в последующем давать небольшие проценты и небольшие дивиденды. Но на этапе развития данного, которого мы стоим, конечно же, будет очень интересный маркетинг. Это даст большее развитие именно компании Bitcoin. В соответствии с ними мы выпускаем, с этим маркетингом мы будем рекламировать биржу, которую мы вот сейчас уже подготовили. И буквально, я думаю, что возможно до конца месяца, возможно, будет уже биржа, уже полностью можно будет пользоваться криптовалютной биржей на спотовый баланс. С понедельника начнутся регистрации. С понедельника полностью открывается для СНГ Bitcore Capital. Инвестиционный страховой фонд, на котором все могут зарабатывать и применять токеномику всю, которая сейчас переходит с биржи Yard. Биржа Yard тоже будет закрываться буквально через 2 дня, то есть в понедельник уже все закроется абсолютно, и будет просто единая ссылка. Через техподдержку вы сможете, в последующем вы сможете, у них сохранится база, и вы сможете
перевести свои токены, но уже будете переводить на других условиях. Абсолютно на других условиях, потому что мы больше не будем заниматься биржей Ярд. Мы все, что смогли, проинформировали всех людей, чтобы они сохранили полностью свой актив. Если вы забыли с пресейла Grid Group тоже перевести токены, конечно же, все это проходит через техподдержку биржи Yard. В последующем, до конца месяца, она, возможно, тоже полностью прекратит свое существование, и даже через техподдержку нельзя будет перевести данные токены. Даже она вам не поможет. Вот. Тем самым мы сформировали пул количества токенов. Это ваши депозиты, это ваши активы. Ваши активы вы сможете, конечно же, обналичивать. И начальная его цена будет на Bitcore Capital от 4 долларов. Почему 4 доллара усредненная цена? Потому что рынок доходил до 6 долларов 30 центов. А усредненная цена 4 доллара, которая реально... по которой будет реально обмен данных токенов от ваших депозитов. Вот. В последующем начнется рынок на Bitcore Exchange и начнется рынок от 6 долларов 30 центов. Конечно же, все будут продавать, конечно же, цена будет падать, и нужно будет создавать определенную ликвидность данному токену. К этому определенно подготовлены уже, и, конечно, будет уже определенная ликвидность на данном рынке, чтобы никто не переживал, что он что-то потеряет, именно свой актив. Сейчас еще есть возможность перевести свои активы в цифровой актив, то есть чтобы вы не потеряли, программа минимум у компании Bitcore, чтобы все люди сохранили свои депозиты. Минимум. Это минимум. А программа, конечно же, усредненная, это чтобы вы еще заработали X2. Виталий, удали Веру. О, отлично. Так что с понедельника 100% начнутся уже регистрации, и вы сможете получить ссылку от своего спонсора. Данный маркетинг, который вы увидите в понедельник, и его полностью представят, как он будет, какой он будет, какой пассивный доход будет, на какого депозита будет, и он будет существовать всего лишь 4 месяца. Официально мы получаем документы, я думаю, что буквально в течение там, 2 месяцев уже будет у нас полный пакет документов на криптофонд. Вот. Уже и будут понижаться проценты по ставкам, будет убираться определенный маркетинг, будет добавляться мобильное приложение с криптокошельком, который будет давать определенную доходность. Криптокошелек будет вшит Bitcore Capital, он будет как платежная система уже существовать, и тоже от транзакций можно будет получать свои определенные проценты. До конца нового года мы планируем выпустить все продукты, которые заявляла платформа Bitcore. Это и платежная система, биржа, биржа недвижимости и, конечно же, сам фонд, он будет работать и существовать. Он будет официально страховой тоже фонд, и на котором можно небольшие проценты, но, конечно же, иметь. То есть мы больше в реалии идем, чем в какие-то сказочные проценты. Вот. То есть это будет все обосновано. Будем вести конференции, будем встречаться, объяснять, будем принимать участие на криптофорумах, на инвестиционных форумах. Вот. Так что после запуска Bitcore Capital, конечно же, будет объявлен промоушен определенный спустя определенное количество времени. И будем собираться в Турции, конечно же. Ну, по промоушену немножко я забежал дальше, но, конечно же, в течение там, недели-двух будет определенный промоушен. Мы сможем с вами всеми увидеться, познакомиться. И, конечно же, будет определенно представление определенных продуктов уже официально. Так что на данный момент сейчас такие новости.
Я быстро проведу сейчас презентацию, да, такую небольшую. Я вам рассказал просто о наших позициях, которые мы сейчас делаем. Конечно, продукты сейчас все пилятся очень быстро. И до Нового года, конечно, мы хотим выкатить по максимуму, чтобы люди уже начали пользоваться продуктами. И развитие, конечно, биржи криптовалютной, это для нас сейчас фаза номер один и платежная система. Вот. Так что на данном этапе. Если и у вас есть как раз вопросы по переходу с ярда или какие-либо еще вопросы, вы можете их задать. Мы можем сейчас обсудить, в принципе, что у вас беспокоит. Где там, вы будете пользоваться данными токенами, по какой цене менять. Конечно, вопросов должно быть очень много на самом деле. Все ждали реально живого общения, чтобы позадавать, как вы считаете, каверзные вопросы. И здрасте, Ирина. Давайте начнем. Да, добрый вечер. Да. Вот такой вопрос. У меня вот партнеры спрашивают. Если человек активирует свою платформу, вот биткоры финансовые, на $50, придут к нему люди, допустим, на 10 тысяч, там, на 50 тысяч, он от них получит вот этот личный бонус 3%? $50 не принимают участие в маркетинге вообще. Просто человек занимает место, чтобы в дальнейшем сделать, например, инвестиционный депозит на какую-то другую сумму. $50 дает возможность человеку просто застейкать монеты и получать пассивный доход именно на стейкинге. Так что $50 он вообще нигде не будет принимать участие. Это как бы такой небольшой взнос, да. $50 небольшая сумма на самом деле. Вот, для того, чтобы зарабатывать на стейкинге, например, там, возможно, от 0,5% в день. Вот, так что нет. По маркетингу, я думаю, это будет невозможно. Так вот, если, и получается, каждый зашел по полтиннику и давайте себе строить что-то. Да, ну, да. То есть так не получится. Да, вот это однозначно. Да. Вопросы самые каверзные, кто задавал в чате, давайте, ребята, я выйду, расскажу, я вас слушаю. Если нет вопросов, ждем понедельника, ждем ссылки и вперед на покорять реальные высоты. Вот. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, вот, например, я купила пакет на $150, да, а со временем я смогу сделать апгрейд на большую сумму? У вас депозит, да, конечно же, $150, да, возможно, и можно будет и на 300, и на 400, ну, насколько хотите, настолько будете делать. Ну, то есть не покупать свой, отдельный пакет, да? Не покупать. А просто апгрейдом дополнить недостающую сумму. Да, 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 конечно. И чтобы по маркетингу, конечно же, у вас открывались определенные уровни. А, что хочу сказать. А, вот эти 4 месяца, они будут определенно активными и очень-очень развивающимися. Вот. Потому что с данным маркетингом, с данным пассивным доходом, который представлен будет на Bitcoin Capital, конечно же, я считаю, что он реально такой именно маркетинговый, чтобы именно для развития, чтобы быть в тренде всех тех платформ, которые открываются, да, мы еще реально не заявляем о тех продуктах, о других продуктах, которых мы выпускаем. Мы просто их просто берем и как бы их делаем, потому что они нужны для развития именно криптовалютной биржи и, конечно же, данного фонда криптовалютного. Так что следите, ну, все это будет. И что касается депозитов, можно будет делать апгрейд и принимать участие в маркете. Вот. Всем добрый вечер. Добрый. Вопрос такой. С MetaMask мы как будем переводить наши токены на биржу? Взяли и перевели. Как это обычно делается? Нет, как вы переводите? Я имею в виду, мы что-то будем платить, какое-то что-то. Как это будет? Ну, смотрите, давайте так. У меня на MetaMask сейчас биткор, да? Я перевожу его вам. Я что-то же плачу?
Я плачу. Я просто спрашиваю. Я плачу. Есть транзакция, есть комиссия транзакции BNB, так как сделанный данный токен сейчас на Binance Chain. Вот. Есть определенная комиссия, я не знаю, насколько она такая, там, ну, какая она именно, но за трансфер именно, да, что там 11 центов, по-моему. Ну, я поняла, значит, хорошо. А к чему-то она будет привязана, этот биткор? Или да. Он будет напрямую с кем? Вообще, с какой монеты будет? BNB? Или как? На бирже? Да, на бирже будем. Как мы будем токены заводить на биржу? Взяли, скопировали кошелек, перевели. Точно так же, как я перевожу биткоин, точно так же, как я перевожу USDT, как я пополню. На Binance я пополняю. Вторая валюта. Мы будем какой-то процент через BNB или просто напрямую? Елена, да. Как будет биржа? Я вам запишу видео, как это будет. Не будет никакой платы за комиссию, не будет ни в какой монете. Не переживайте, будете копировали адрес, вставили и ее отправили. Вообще без никаких проблем. Не будет. Не будет ни в какой монете, все будет хорошо. Вот. Тут, спасибо. Да. Подняли руку, Танюша. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот меня замучили партнеры одним вопросом. А какой актив, как вообще работает эта страховка? Вот прям про страховку можно подробно? Это очень важно. Угу. На данном этапе, я больше расскажу еще на следующей неделе. У нас есть договор со страховой компанией. Каждый вклад в Bitcore Capital будет полностью застрахован. Что это означает? Это означает, что есть компания управления активами, страховой фонд. Сейчас, на данный момент, с которым мы заключили определенный договор. Когда вы заходите на Bitcore Capital, у вас есть вкладка страхования. Вы переходите на сайт страховой компании, регистрируетесь там, там по API подвязывается ваш вклад. Я сейчас быстро, да, систему как-то будет выглядеть. Там подвязывается ваш вклад, вы выбираете, что мы, страховая компания в данном случае сотрудничает с Bitcore Capital, с фондом, и она гарантирует вам ваш депозит. Не вашу прибыль, а ваш депозит. Вы открываете там у них верификацию, регистрируетесь на аккаунте, хотите, можете подъехать к ним, ну, это швейцарская компания, вот, зарегистрировались у них и получили сертификат на гарантирование вклада, именно вашего вклада. Когда вы на определенных условиях. Каждый договор будет на определенных условиях. Но он единый для всех. Сейчас у нас ведутся последние договоренности, на каких условиях они с нами как раз будут работать. Именно данная страховая компания. Или 5% от депозита и определенное количество процентов от вывода, или просто количество от вывода данного юзера от данной регистрации, данного человека. Но заметьте, она будет добровольной, данная страховая. И верификацию нужно будет проходить у них обязательно. Вот, она работает, данная страховая компания очень известная, у нее наполнение 2,7 миллиарда долларов в год. У нее полностью официальная компания, вы сможете ее проверить. Вот, и она на наших договорных взаимоотношениях, она будет гарантировать вам только ваш депозит. То есть, ну вот я быстренько вам просто накидал. Так, вы же говорили, что можно задавать каверзные вопросы. Да, давайте, любой вопрос. Так, и когда будет эта страховка? После, так, понедельника у нас начнутся регистрации. Спустя 2 недели где-то мы прикрепляем API, и они начинают, наверное, нас уже поддерживать. Но у нас есть небольшой с ними нюанс. Мы немножко не согласны с процентовкой именно самих депозитов. То есть мы сейчас с ними ведем переговоры о уменьшении процентной ставки по именно гарантированию депозитов. Что это означает? Платить будете вы. Вот, и для вас, например, там, если с вас будут снимать 10% в начале и 10% от... так как на первом этапе будет агрессивный маркетинг, да, по 10% еще с вывода, да, формирования страхового пула, то, конечно же, вам это не сильно понравится.
У нас было определенное предложение по данной страховой компании, это 5% ввод и там, до 7% на вывод, чтобы формировать именно по каждому депозиту. Но они, конечно, очень долго думают, вот, потому что у нас заявлялось в другой компании как бы страховые полисы. Да? Мы сейчас переформатировались на биткор. Так что, если мы их дожмем все-таки по страховке, по процентовке, вот, то вам будет плюс. Вот. Если нет, тогда мы согласимся на их условия, как бы, и каждого человека это будет пожелание. Вот. У нас сейчас как бы диалог идет только по процентам, я вам так могу сказать. Так что вы увидите, мы ее полностью покажем, нашу привязку, наши договора, как бы, и каждый человек сможет набрать туда, пообщаться. Ну, то есть это все открыто. В дальнейшем у нас есть хорошие друзья, с которыми мы будем работать в договорных взаимоотношениях, и будет намного круче, чем еще страховой фонд. Да? Сейчас, то есть, поддержка у нас со страховой компании, гарантирование вкладов. Вот. Так, ладно, теперь добрый вопрос. Меня партнеры спрашивают, будет ли автопрограммы, техника, недвижимость. Вот людям надо именно вот это. Интересно. Могут ли они что-нибудь купить подешевле? Подешевле? Подешевле я не знаю, как насчет подешевле, но я знаю, что за токен Bitcore можно будет заплатить 50% именно за автомобиль. И за недвижимость. Вот. Данное предложение прикреплено в маркетинг, вот, и то есть о нем поговорит Виталий Масленников, да, на следующей неделе. Он представит больше автомобильную программу и по недвижимости. Конечно же, она будет. И у нас заявлен marketplace. Marketplace выйдет через месяц-две недели, где-то так приблизительно, я так просто, да, через 6 недель у нас заявлено именно выход маркетплейса, на котором можно будет тоже токенами приобретать и автомобили, и заказывать автомобили, и технику, и до 50% в принципе она будет дешевле. Вот, это будет на маркетплейсе. Вот, там будет до 1000 сейчас до 1000 пользователей, которые будут выставлять свой товар, то есть там начиная от бензина, да, заканчивая там, не знаю, квартирами. Вот. Подешевле можно будет это все мероприятие купить. Вот. Так что да, возможно. Руслан, можно самый каверзный и насущный вопрос? А может, Танюшу дослушаем? Да. А я тоже Танюша. Вперед ее. Хватит уже одной задавать вопрос. Хорошо. Тань, давайте, Тань, у вас все? Я думаю, я потом больше развернуто все отвечу. У нее, по-моему, тоже такой вопрос должен быть. Давайте, вот самый насущный, я думаю, вопрос, Руслан. Добрый вечер еще раз. Когда будет конкретно открыта биржа? Очень хочется на ней поторговаться. А биржа будет открыта, вот вообще конкретно-конкретно, да? Да. Так. Блин, конкретно прямо болит у всех этот вопрос. Конкретно это вообще не про нас. Вот. Слушайте, ну постараемся вот конкретно-конкретно, вот очень хочется до конца ноября вообще ее очень-очень хочется уже лицезреть и очень хочется уже начать. Но смотрите, будут спотовые балансы, вот, и можно будет уже поторговать. Вот. До конца ноября вот очень, очень хотелось до конца октября это все мероприятие провести. Да, конечно, провести, до октября, меня, давайте, а. Но вы меня ставите в рамки, понимаете, когда вы говорите, когда? И я такой раз, вот, и с опаской отношусь. Сейчас все готовится. Ребят, биржу уже развернули, цепляют дизайн. Вот. Насколько наши дизайнеры сейчас все это дело соберут до кучи, и очень крутой дизайн, там графика, там все будет. Сейчас запущены уже спотовые балансы, уже развернуты ноды. Биржа уже есть, она уже развернута полностью. На нее осталось только одеть рубашку, грубо говоря. Да? Вот. Сейчас делается дизайнерами просто в дизайнерах. У нас есть
вопрос. Все. Как, если сделают до конца октября, вы сразу увидите до конца октября. Вот серьезно. Если будут какие-то вопросы в кнопочках, что-то еще будут делаться, чуть-чуть, конечно, дольше затянется. Вот. Но она уже развернута. Мы с ребятами на нее смотрим. И если кто-то захочет посмотреть, я в личном порядке могу. Ну, короче, до Нового года можем заработать на подарки. Можно будет. До Нового года 100%. Вот. Спасибо. Да, хорошо. Да, Танюша, белая. Говорите. Подняли руку. Руслан, добрый вечер. Добрый вечер всем. Добрый вечер, Ашот. Тут мне спрашивают, можно ли продать токены на бирже просто и вывести деньги? Такой вот вопрос. Можно. Без проблем. Наоборот, все ждут, когда же все начнут продавать. То есть это будет после запуска биржи, правильно? Но, смотрите, если вы не хотите принимать участие в маркетинге, это раз. Если вы не хотите принимать участие в стейкинге, если вы не хотите, например, там $150 вложил на депозит, да, дополнительно получил 4% и обменял их по $4 сейчас сразу же в маркетинге, можете этого не делать. Запускается биржа, конечно же, и вы ставите на продажу, и будет быстрее работать. Вот. Окей, спасибо. Продать спасибо. Сразу, конечно же, цена стартанет 6,3 и начнет, куча людей будут сливать, кто-то будет покупать, мы будем создавать определенное количество ликвидности, но нужно заметить одну вещь, будут определенные программные обеспечения, будет софт, который будет круто работать на данной монете. Как это? И он будет работать только на данной бирже. На данной бирже и только с этой монетой, с какой-то определенной парой. BTCC, биткоин, BTCC, эфир, там, USDT. И он будет давать определенную доходность. Понятно. Человек приобретает софт. $400 он будет стоить. И он будет создавать же ликвидность уже сразу же данному рынку. Если я захочу заработать там, до 20% в месяц, Что я буду делать? Я приобрету софт, валю деньги, приобрету данную монету, определенную, например, на стейкинге, да, и мой бот будет работать на подъеме и на падении. Long, short, я буду, конечно же, зарабатывать, даже на спотовом рынке. Вот, и, конечно же, эти софты будут создавать огромную ликвидность данной монете. Так что легко сможете продать, легко. Вот. Спасибо, Руслан. Да. Я, если в развернутом виде, как бы я так ответил. Сейчас будет. Да, все предельно понятно, спасибо. Будет выпускаться очень много продуктов, которые будут работать с данным рынком. Чтобы рынок работал, чтобы нам самим интересно, конечно, чтобы он рос. Мы не хотим, чтобы монета проседала, чтобы она падала. Сейчас она выпущена именно в соответствии с. Сейчас на BNB, когда у нас будет собственный блокчейн, будет не за горами, мы его не озвучиваем, мы его просто сделаем и все. Конечно же, данный токен будет иметь больше возможностей, в нем будет больше роли. Те монеты, которые будут листиться на данной бирже, они будут переходить, конечно же, через наш блокчейн и оплаты будут данным токеном. Комиссия на бирже будет данным токеном, конечно же. И еще хотелось сказать по смарт-контракту. Сейчас будет смарт-контракт, все его сможете почитать, увидеть. До 50% монет будут, конечно же, сжигаться. Вот. Соответственно, создавая ликвидность, большую ликвидность данному рынку и вообще всей экосистеме. Вот. Так, вопрос. Спасибо. Руслан, слышно? Да, Денис. Руслан, смотри. Да. Значит, то есть сейчас ты озвучил, что бот будет стоить 400. Это уже определено? То есть это не будет меняться? Будет. Или, будет меняться. Определенная ликвидность определенного бота. Я знаю, что цена одного из
софтов будет стоить $400. То есть одного из, который будет давать до 20%, там, от 15 до 20% именно доходности именно на бирже. Вот. Угу. Да, и там будут определенные условия по комиссии, и, ну, однозначно, потому что мы будем с вами делить определенную прибыль. Это все будет зависеть от того программного обеспечения, которое мы будем предоставлять. Вот. На рынке. Спасибо. Ну, я почему спрашиваю, потому что на самом деле, если смотреть на рынок, это очень недорого. Это $400 робот, да, если $1000 даже на споте, ты за 2 месяца можешь отбить цену самого бота. То есть, ну, я поэтому и спросил, это очень недорого. Есть, конечно, ликвидность должна быть скакануть моментально после объявления продажи этих ботов. Ну, мы будем запускать много софтов определенных, которые мы сейчас приготовили для торговли и не только на этой бирже, но мы хотим, конечно же, не хотим, мы будем создавать ликвидность данному рынку и данной монете. Вот, то, что хочется это озвучить. Добрый вечер. Руслан, у меня к вам вот такое дело. Я создала MetaMask, но перевела все токены туда, но они туда не попали. Техподдержка. Что мне делать? Техподдержку, да, обращаться? Конечно. Есть для этого техподдержка, ребята сидят, работают, они вам помогают. Не стесняйтесь обращаться, пожалуйста, в техподдержку за любым вопросом. Так что у вас есть ссылочка, нажмите, перейдите. Да, два слова. Спасибо. И все. Так что, спасибо. Так, когда узнают 50 счастливчиков депозит? Когда в понедельник стартует регистрация, и, конечно же, в чате появятся 50 счастливчиков, которые логины 50 счастливчиков, и они получат ссылочку, конечно же, и на регистрации в Биткор с определенным депозитом. Вот и все. Вот. И это будет все производиться, тоже ребята будут делать через техподдержку, вам будет даваться ссылочка, или если у вас уже будет кабинет, вы будете предоставлять логин, и, конечно же, у вас будет уже депозит, который будет работать 250% пассивного дохода на вашу сумму приобретения данного рынка. Вот. Так что ждите, и это радостное будет событие именно для каждого человека. Так, Marketplace я сказал, когда мы запускаем. В принципе, на следующем месяце тоже будет запущен Marketplace. Можно будет все приобретать. Там уже тоже ребята у нас ждут, которые будут размещать товары. Вот. Так что, в принципе, на данный момент сейчас такие новости. Если есть еще вопросы, давайте зададим. Если нет, мы можем с вами до понедельника как минимум попрощаться. Давайте. Вот. Смотрите, мне, знаете, как активному лидеру интересно, а будут ли офисы? Да, конечно, будут офисы. Первое. Казань, Москва, Турция. Грузии не будет. Сори, пока не... Вот, это точно. Крым то не слышала, да, еще? Пока заявлено именно Казань, ну, по СНГ, вот. И Турция однозначно, потому что мы стартуем именно с Турции, вот. Так что будут открываться офисы, наши партнеры уже есть, в Индии, кстати, офис, там, ну, мы все на сайте разместим, именно адреса, офисы, потому что мы будем в законодательстве работать той страны, там, где мы будем открывать офисы, хорошо? Я ответил на вопрос? Угу, спасибо. Да я оставлю на следующий зум еще кое-какие вопросы. Не буду сразу топить. Отлично. Так, еще знаете от меня какой вопрос? Скажите, пожалуйста, я работаю через Инстаграм больше, то есть, ну, как можно больше информации, больше же денег, правильно? Будете ли вы создавать ролики вот для таких людей, как вот я, например? Ну, я думаю, многие это делают. Смотрите, у нас рекламные материалы уже есть. Его мало. Нет, сейчас, секундочку. Он в понедельник мы его выдаем именно сейчас. И будете по Инстаграм, вы посмотрите. Сейчас
понедельник, когда начнутся регистрации, мы сразу же выливаем полностью весь рекламный контент, который у нас есть. Это ролики, это по маркетингу, это по пассивному доходу, это по дальнейшему развитию, это по маркетплейсу. Это там куча роликов, да, будет, и куча рекламного материала, конечно же, по Инстаграм. У нас маркетологи тоже работают по социальным сетям, и все ждут в предвкушении уже, когда начнут именно работать, именно двигать социальные сети. Так что все увидите, и я думаю, мы вам предоставим такую возможность. Все ролики, и лично даже иногда работаем. Вот с Андреем Керимовым мы даже лично иногда работаем по дизайну там всяких роликов и всего остального, гивок. Не, так ну что... молодцы. А официальный чат будет, ну, в Телеграм? Да, конечно же, будет официальный чат, он будет только информативный, и он будет в понедельник. Все, у нас в понедельник сначала регистрации, появляются чаты, социальные сети, все это мероприятие у нас подвязывается, и рекламный, конечно же, весь контент идет постепенно, не спеша. Вот. Ну ладно, спасибо. В следующий раз встретимся. Хорошо, спасибо. Все, всем спасибо. Всем до понедельника. Я думаю, что ищите ссылочки, интересуйтесь. И в понедельник мы стартуем 100%. Все, спасибо. Спасибо.